Меня зовут Хмельницкий Всеволод, мне 14 лет, и я приехал из Москвы. Музыка, ее можно слушать, ее можно играть. Она помогает думать, чувствовать, но она помогает тебе жить. Я познакомился с человеком Еленой Леонидовной в электричке, когда я был маленький, мне было лет 5. Она рассказала про все, и про музыку, и про все. Я вот действительно согласился, потому что я хотел, правда, играть на пианино. Я еще, когда еще был маленький, я постоянно открывал пианино, вот мамино, открывал и постоянно играл. Хоть не профессионально, просто так играл. Я когда родился, я был слышащим, но потом в 2 года я заболел, у меня было воспаление легких, и у меня из-за этого пропал слух. Потом года в 3 уже операцию сделали и поставили вот имплант. Но сначала я был замкнутым, но потом со временем я начал все-таки говорить и слышать тоже. У меня сейчас имплант кохлеар. Как я начал слышать, и со мной очень усердно работали. Я пытался сказать все каждое слово, хотел говорить. Потом все лучше и лучше у меня все получалось благодаря музыке, потому что музыка помогает слышать. Имплант кардинально изменил мою жизнь. Не общался бы, был бы замкнутым ребенком, который ничего не слышит. Но с помощью импланта я теперь все слышу, могу разговаривать со всеми. Очень мне помог в жизни. Без него просто я не знаю, как. Меня сначала пригласили сыграть на фестиваль «Мелодии жизни». Я сыграл. Потом мы вышли, к нам подошла Карина, и она предложила нам съездить в Варшаву. Я принял эту новость очень круто, потому что не каждый же день можно так съездить. Вначале я, конечно, хотел развивать как хобби, если есть такая возможность, то нужно еще и развивать как профессионально. Я мечтаю выступать и приносить людям радость.